Перед вами стадо лесных бизонов. Сейчас у нас насчитывается всего 44 головы вместе с телятами, взрослыми, быками, самками. Вот так. Основная задача вот сохранить как вид этого животного, как вид лесного бизона. Вот. Во всем земном шаре всего насчитывается 4000 голов. Вот. И канадцы дали нам как бы на разведение, сохранение как вида. И самая вот последняя цель – выпустить их на волю, внедрить их в дикую нашу природу, таежную природу. Вот так. Нынче 8 телят отелилось. Вот. Каждый год вот так, в среднем 8-7 телят рождается. Вот. Это очень уникальные животные. Очень уникальные. Вот. В отличие от коров, от крупного рогатого скота, это небо и земля. Они знают меру, меру к еде, у них культура к еде. Вот. А в дикой природе, у которой выпустили 60 голов, мы каждый год меняем спутниковые ошейники, просто отслеживаем. Видимо, там... Здесь вот это микрофон.